матча после вчерашнего. Даже не хочется говорить. У меня сегодня по ходу игры появилась такая картинка, была, такой образ, что значит их опекает Гринпис, это такие там панды, дальневосточные леопарды и так далее. И их опекает БСВВ, это Глория, Марвейра и так далее. Ну, просто катастрофа. Ну, человек стоит и падает. Лёг три падения на ровном месте, три пенальти. Ну, три штрафа. Наших секунд там пока крашу, там чуть ногу не оторвали, он не съест. Я просто даже говорить об этом не хочу. Я не знаю, у меня вчера перед полуфиналом было просто самое большое желание подойти к судьям и сказать: ребята, Габриэля Гори играет 15 лет, 15 лет падает. Ну вы же все смотрите эти нарезки, вы все видите. Ну почему раз за разом, когда у него даже нет мяча в ногах, он падает, кричит, выставит? То же самое с Морейрой. Честно, у меня вот по этому поводу опускаются руки, потому что мы раз за разом на это выступаем. Ну, что касается отдыха, в принципе, современный, например, за футбол, как может, ну, реально, если человек играет в современный матч. Ну, Швейцария, ну, лёд, Япония, Лозу, я их не вижу. Лично я всегда, мне было с ним удобно играть. Не подключается вперед, если я остаюсь против него, я спокойно дышу, отдыхаю, мне почти все надо. По поводу вот этого, 36 минут. 7 декабря. И лето с семьей, да, я поеду отдыхать, я очень соскучился со своей семьей. Мы уже скоро будем вместе, как дома нас не было уже. Они по мне соскучились, а сейчас декабрь. Я хочу обычно куда-то играть на сочный год. На восток, в этот раз в Вьетнам, через Вьетнам.